вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех вас в нашем зале на большом празднике, празднике музыки. И сегодня герои праздника – группа «Старики-разбойники». Аплодисменты! 45 лет назад Сергей Докучаев пришел в районный Плесецкий дом культуры. 35 лет назад был основан вокально-инструментальный ансамбль «Отражение». А 4 года, вот уже 4 года, существует с успехом, процветает группа «Старики-разбойники». И вся жизнь Сергея Докучаева тесно связана с музыкой. Такой же музыка летит над миром, как восьмое чудо, и человек ее благословит, когда звучит она повсюду. Итак, дорогие друзья, давайте к дружными аплодисментами встретим героя праздника, группу «Старики-разбойники». Но мне бы все-таки хотелось. Ударные инструменты. Анатолий Казаков. Гитара. Николай Мамошин. Клавишные инструменты. Василий Каркевич. Вокал, гитара, ударные. Виктор Кузнецов. Гитара. Александр Куц. Ну и бас-гитара, а также руководитель коллектива Сергей Докучаев. Начнем благословлять. Чемодана, сумку с надписью «Динамо».
Как
Разлучил меня с рыжей осенью.
свечу я день золотисто на колени перед жизнью мне придется дать отчет и как матери припасть к земле расистой. Не придется дать отчет, и как матери припас. Гроза, уж снег покрыл всю землю, и к народу пришел декабрь, а мы всем сердцем за. У нас на это есть свои мотивы, означено начало декабря рождением вашим. Потому красиво и празднично в душе. Да и вокруг не зря синеет небо, белоцветие красок, и верим мы все это в вашу честь. Слова сегодня так просты и кратки, как хорошо, что вы на свете есть. 11 декабря Сергей Михайлович отметил свой юбилей. Небольшой, скромный. Спасибо всем огромное, спасибо. Спасибо, это пришли. Бегут года, меняя поколения, но только радость в жизни добавляют. И в этот день, прекрасный день рождения, друзья, коллеги от души вас поздравляют. И на эту сцену для поздравления я приглашаю директора досугового центра «Зенит» Ольгу Евгеньевну Большакову.
работаем. Здравствуйте. Но главного виновника нашего сегодняшнего торжества Сергея Докучаева, досуговый центр «Зенит», коллектив его поздравляет уже с понедельника, причем ежедневно, причем каждый норовит его за уши потаскать. Ну, в общем, я думала, что мне сегодня подарить Сергею. Грамоту, но его ничем не удивишь, ни какой подписью, кто бы там ни был. Да? У меня много есть. Вот, поэтому я хочу подарить ему вот такой портрет. Чтобы он поставил его на полочку и вспоминал сегодняшний концерт. С другой стороны стихи, посвящение музыканту. Можно я прочитаю? Гитарные рифы пространство наполнил. Восторгу предастся гитары струна. Его выступления надолго запомнят, а имя его не сотрут времена. Как много историй сыграл на гитаре, пусть пальцы по Стаффорду вновь пробегут. Фанаты ликуют, опять он в ударе, и вновь от него что-то новое ждут. Опять он играет какое-то соло, что вдаль нас уносит, как ветер морей. Никто и не знает, что грустью он полон. На сцене он держится всех веселей. Как много поклонниц готовы отдаться ему за один только брошенный взгляд. А он в одиночестве будет скитаться, ну немножко лишь, да? И выпьет талант свой, как приторный яд. Он счастлив лишь тем, что он музыкой дышит. Его медиатор по струнам пробьет, восторженных криков порой он не слышит. Да, он знаменит, но как раньше живет. Давно уже понял он смысл своей жизни. Он создан, чтоб миру дарить свой талант. А женщины лишние в его отчизне. Он их привлекает лишь как музыкант. Так хочется многим прильнуть к его славе. Для сотен поклонниц он будет творить. Гитару свою предпочтет он в забаве. О ком-то мечтать и кого-то любить. Имеет он славу простого повесы, хоть тверд его голос, как будто стена. При этом один он. Такие эксцессы. Но имя его не сотрут времена. Спасибо, вы знаете, я не ожидал. Это как по гороскопу простыльца, да? Вот здесь все вспышку. Знаешь, говорят, обещанного 3 года ждут. Вот у меня здесь подарок, который наконец-то ты дождался в 2 экземплярах от меня и от моего мужа. Ну давай. Подарок скоропортящийся. Черт побери, понимаете, получать цветы от женщин, ребята, это дорогого стоит. Также, дорогие друзья, мне бы хотелось пригласить, у нас ведь Сергей Михайлович работает не только в досуговом центре «Зенит», также у нас находится здесь директор Плесецкой общеобразовательной школы Алла Михайловна Никулина и районного центра дополнительного образования Лени Ефимовна Третьякова. Мне бы хотелось их пригласить также на сцену. Он обслуживает все наши учреждения. И все подари, все начальники женщины, понимаете, кайф какой? Это что все, это такая энергетика. Уважаемые друзья, сегодня действительно замечательный день. Мы сегодня отмечаем 2 замечательных праздника. День рождения вокально-инструментального ансамбля, а затем группы «Старики-разбойники». И юбилейный день рождения нашего лидера, нашего гитариста, нашего музыканта Сергея Докучаева. Аплодисменты! Сергей Михайлович действительно работает в школе в районном центре дополнительного образования. У нас
нас множество замечательных проектов, которые проводит школа, техникум, дополнительное образование, музыкальная школа. И мы всегда знаем, что этот человек нас не подведет. Он действительно профессионал своего дела, талантливый, ответственный, дисциплинированный человек. И еще, 45 лет назад родилась группа, да? В Дом культуры. А в школе вот создание... Сегодня были слайды, и вот из того коллектива 72 года остался только в живых Васенька Якушин, Вася, помаши ручкой, и я. Больше никого нет. Что я хочу сказать? В любом деле всегда должен быть какой-то лидер, руководитель. И так получается, Сергей Михайлович, что вы тоже относитесь к категории руководителей. Честь вам и хвала. И еще. Мне кажется, вы действительно счастливый человек. Счастливый от того, что у вас есть любимое дело. У вас есть замечательная душа. Вы человек, который посвящаете нам, да, землякам, жителям Плесецка, свое свободное время. Дарите нам замечательную музыку. И еще. Я категорически не согласна, что сегодня у вас прощание с молодостью. Как раз наоборот. Вы сегодня продлеваете нашу молодость. Наше желание быть постоянно молодыми. Поэтому огромное вам спасибо. Мы от всей души вас поздравляем. И вам стихи посвящения. С днем рождения, гитарист. Пусть в душе бушует праздник. Путь в гармонии тернист, музыка манит и дразнит. Счастлив будь, и пусть в душе струн натянутая страсть. Вихри нот на вираже над тобой имеет власть. Здесь у нас поздравления всему коллективу. Я думаю, вам нужно будет немного отдохнуть после праздника. И вы получили то желаемое, что здесь найдете. С праздником, дорогие! Большое всем за поздравления. Ну, а мы продолжаем нашу праздничную программу. И вновь слово группе «Старики-разбойники». Да, хорошо, когда женщины начальники. Класс. Я сегодня, как знаете, это самое, немножко гитара. Ладно, поехали. Thank you.
столько снилось мне. Не будем. Мы...
Рубежа. Успех и признание приходят лишь тогда, когда в коллективе складывается творческая и дружеская атмосфера. Ведь это, по сути, вторая семья.
И вот уже много лет группа радует нас своими выступлениями. Продолжаем наш праздничный концерт. Вновь на сцене старики-разбойники. Спасибо. Пойдет.
Там, чтобы камера не сломалась, когда будете снимать, а то... Чтоб в деревню ехать самое. Да. Thank you.
Василий, наверное, здесь танцевал так сильно, что что-то тут стало у нас. Вот видите, только женщина может завести зал. Дорогая женщина. Как тебя завести? Да я-то с утра меня поколачивает. Ты что, успокойся, знай. Меня-то потряхивает, она меня сегодня таблетками писала перед концертом. Ведь ты отравишься, я говорю, нет. Жить будешь. Значит, у нас Антон Николаевич, в этом году тоже было 60. У нас с ним два взрослых человека в коллективе. Он меня догнал. Да, остальные все малолетние у нас. Поэтому его вынудили спеть песню сегодня, и он сегодня будет петь.
крутой. И с тобой поем, зажив проживем, в сонном берегу на крутой. Весна какая выдалась, какими настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какими настали. Спасибо. У нас такой главный интерес. Леша, микрофон. Один, два раз. Пришла в другие.
Спасибо огромное! Еще раз громкие аплодисменты группе «Старики-разбойники».